Ну, что мне вам рассказать? Был я бухгалтером, работал в Орсе. Начальство, наверное, воровало. Тут бах, ревизия. И мне, естественно, намотали. После удачных печек-лавочек Василий Шукшин захотел запустить в производство фильм о Степане Разине. Он стучался во многие кабинеты, даже писал в ЦК, но нигде не мог получить однозначный ответ, берут картину в работу или нет. Тогда Шукшин пришел на Мосфильм, где с ним заключили договор о выпуске сначала фильма о советской действительности и предложили экранизировать его же повесть. И, хотя вокруг сценария было много споров на тему, стоит ли делать героем уголовника и не будет ли фильм антисоветским, и бюджет режиссеру был выделен минимальный, Шукшин загорелся идеей снять этот фильм. Название ленты подсказала Василию Макаровичу будущая жена Лидия Федосеева-Шукшина, с которой актер и режиссер познакомился в 1964 году на съемках картины Эдуарда Бочарова «Какое оно, море». 26-летняя русская красавица во время первого свидания с сибирским самородком, как называли Шукшина, спела ему песню «Калина красная». Фильм этот давно разошелся на цитаты. Вот некоторые из них. А попал по... О недоразумении. Случайно. И сколько сейчас дают за недоразумение? 5. Мало. Раньше больше давали. Народ для разврату собрался. Я нервничаю, потому что мне деньги жгут ляжку. 100 листов. Их же надо взлохматить. И так далее. Ну и ухари ты себе нашла. Такого нагородил. Не перелезешь. Егор. Да нет, ничего. Мы тут из блохи голенище краили. По сюжету, едва освободившись из тюрьмы, Егор Прокудин по кличке Горе, он же Василий Шукшин, опять попадает в неприятную ситуацию с милицией. Все то время, пока он был в заключении, он переписывался с женщиной, Любовью Байкаловой, она же Лидия Федосеева-Шукшина. Освободившись, Егор едет к ней знакомиться. Многие боятся бывшего уголовника, но женщина верит Прокудину. В итоге Егора убивают его уже старые дружки-воры. Сюжет, скажем прямо, у картины «Калина красная» незамысловатый. Но благодаря сценарию, написанному самим Шукшиным, его мастерству режиссера и прекрасным актерским работам, лента смотрится на одном дыхании. На написание повести Василия Шукшина вдохновила история одной из двоюродных сестер. Она переписывалась с заключенным, который обещал приехать к ней после освобождения. Главную героиню он даже назвал в честь нее Люба Байкалова. Сценарий экранизации Шукшин написал за 2 недели. Но худрук Григорий Чухрай потребовал переделок, чтобы из преступника не получился положительный герой. Шукшину идея не понравилась. Обсуждения затянулись, автор делал уступки. У худрука возникали новые требования, а сроки поджимали. В результате Шукшин понял, что Чухрай просто не хочет с ним работать, и ушел под крыло к Сергею Бондарчуку. С новым худруком «Калина красная» быстро ушла в производство. На самом деле Шукшин мечтал запустить фильм о Степане Разине. В очередной раз пришел на киностудию «Мосфильм» уговаривать киноначальство дать ему снимать картину о казацком атамане-бунтовщике. Но на «Мосфильме» ему сказали, он должен снять картину о советской современности. Так появилась «Калина красная». В фильме есть кадры, где показаны настоящие заключенные. Колония, которую в начале картины покидает Егор Прокудин, это ФКУ ИК-5 УФСИН России по Вологодской области, известная как «Огненный остров». Роль матери Егора Куделихи исполнила простая жительница деревни Садовой, крестьянка Ефимия Быстрова. Ее история жизни была очень похожа на ту, что описано в сценарии. Старушка во время съемок неспешно рассказывала Лидии Федосеевой-Шукшиной о своих сыновьях. Отца Любы, Федора Байкалова, сыграл любимый артист Шукшина Иван Петрович Рыжов. Тоже, как и Василий Макарович, выходец из деревни, 13-й ребенок в семье, с детства работавший и недоедавший, Шукшин очень тщательно, долго подбирал артистов в свои фильмы, а вот Рыжова пригласил сразу, знал, что человека из народа Иван Петрович исполнит убедительно. По окончании съемок «Калину красную» очень долгое время не пропускала цензура. Рецензенты считали, что такие образы порочат советскую действительность. Как вспоминал историк кино Валерий Фомин, за «Калину красную» Шукшин заплатил очень дорогую цену.
На роль Люсьена режиссер хотел пригласить Людмилу Гурченко. Многое в образе этой подруги из криминального мира было списано с актрисы. Шукшин вместе с Гурченко ездил в совместную турпоездку в Италию и наблюдал, как она вела себя, как выглядела, как говорила. Но оператор уговорил Шукшина помочь Татьяне Гавриловой. Из-за пристрастия к алкоголю от нее стали отказываться все режиссеры, и ситуация была сложной. Режиссер отстоял ее кандидатуру перед начальством, которое было против участия Гавриловой, и позже шел на множество уловок, чтобы она могла доиграть роль. Работалось тяжело, но менять актрису Шукшин принципиально не стал. К моменту сдачи «Калины Красной» шел конец 1973 года. Шукшин с очередным приступом язвы попал в больницу, рассказывал Фомин. В это время пришло редакторское заключение из Госкино на «Калину Красную». В нем было огромное количество замечаний, и все такие разрушительные, что Шукшин не выдержал и ушел из больницы. Сбежал в одних тапочках и шел в них через всю Москву, хотя на дворе стоял декабрь. Несколько недель он перемонтировал «Калину», вылизывал эти поправки, под которыми стояла подпись Даля Орлова, тогдашнего главы Госкино. Каждый день он приходил в студию, и каждый день на него накатывал приступ язвы. Шукшин белел, клал голову на стол и так лицом вниз замирал. Мы все выходили, давая ему возможность отдохнуть полчасика. Потом он выходил. Ну все, вроде полегчало, пошли дальше работать. В итоге чиновники фильм пропустили, опасаясь, что Шукшин не выдержит таких издевательств над своим детищем и умрет. И все же препоны Шукшину чинили и после выхода на экраны ленты. На одном из кинофестивалей первенство отдали фильму «В бой идут одни старики». «Калину» отодвинули в сторону, по тем же соображениям, что раньше не пропускали в прокат. Но режиссер «Стариков» Леонид Быков сказал: «Если так, то я снимаю свой фильм с конкурса. Моя картина – это кинокомедия. А вот фильм Василия Макаровича – это про нашу жизнь». По решению жюри первую премию разделили оба фильма. «Калина Красная» была важна Шукшину не только как художественное высказывание, но и как своеобразный пропуск к мечте. Киноначальство ему вновь пообещало: «Если с «Калиной» все получится, то так и быть. Запустишься на Мосфильме со Степаном Разиным». С «Калиной» не просто все получилось. Эта лента стала лидером проката, получила призы на кинофестивалях. Журнал «Советский экран» назвал ее лучшей картиной года. Выстраданное разрешение на съемки фильма о Степане Разине было, наконец, получено. Казалось бы, давай, действуй, выбор натуры, утверждение на роли. Но через несколько месяцев Василия Макаровича не стало. Но, слезы мужиков гоняя, он пулю в животе понес, припал к земле, как верный пес, а рядом куст калины рос. «Калина красная такая», напишет позже Высоцкий в стихотворении «На смерть Шукшина». А люди, пришедшие тогда на Новодевичье кладбище проводить Шукшина в последний путь, несли в руках ветки, на которых пламенели ягоды калины.